Ну, мне кажется, что, конечно, Олимпиада с точки зрения пиара страны, это очень важное и, может быть, наверное, так сказать, одно из наиболее действенных, собственно говоря, инструментов для того, чтобы повысить престиж страны, для того, чтобы, так сказать, показать, какие изменения произошли в стране, что страна сильная, что страна независимая. Это все очень важные вещи. Как это сделать иначе, лучше, чем не на Олимпийских играх, проведя их прекрасно, особенно учитывая то, что последние Олимпийские игры были там, в мощнейшей стране, в Китае, потом в достаточно сильной стране, в стране не очень сильной, но так сказать, достаточно там, мощном городе Лондоне. Вот. Конечно, будут сравнивать, конечно, мы не должны ударить в грязь лицом. Другой вопрос, что действительно в нашей стране всегда, так сказать, есть определенная национальная специфика, и, наверное, Олимпийские игры могли бы стоить там на порядок дешевле, чем они в результате будут стоить в связи вот с теми вещами, с теми негативными вещами, которые там в связи с Олимпиадой происходят. То есть, наверное, воровство, наверное, так сказать, там, стремление побыстрее все сделать, успеть построить там к этой дате, и из-за этого пострадает качество и так далее. Но в целом я считаю, что в целом это абсолютно, так сказать, это прекрасные вещи, очень нужные. И мне кажется, что Россия достигла, вот если бы мы говорили об Олимпиаде там в 95-м году, у меня бы были большие сомнения, потому что людям нечего было есть. Сегодня все-таки страна чувствует себя лучше, и, на мой взгляд, в принципе, Олимпиада поспевает ко времени. Теперь бы нам поспеть к Олимпиаде. Я имею в виду все достроить.